Шерри работает в полиции 6 лет. Она специализируется на поиске оружия и взрывчатых веществ. Еще пару лет, и собачка отправится на заслуженную пенсию. Алина только привыкает работать в структуре. Ее стаж всего 4 месяца. Оба пса очень игривые и всегда рады тренировкам. Хозяйка этих двух служивых – Светлана. Девушка поступила на службу в 2008 году после окончания Дубовского зооветеринарного колледжа на должность кинолога. История ее встречи с собаками – практически готовый сценарий для фильма. О биглях она мечтала с детства. Но до этих питомцев работала с другими породами. Когда пришло время сменить подопечных, ее выбор был очевиден. Мечта оказалась как синица в руках. Когда я ее на руки взяла, на колени посадила, я решила, что уже... Даже если она не пройдет тестирование, будет жить у меня дома. Ну, к счастью, прошла, адаптировалась, все замечательно, прошла тестирование. И вот взяли ее на службу. В 2019 году Светлана стала победителем краевого конкурса профессионального мастерства. Осуществляла охрану общественного порядка на всероссийских и международных мероприятиях в Сочи и Краснодаре. Надеемся, счастливых историй находок у нее и ее питомцев будет как можно больше. Ведь такие встречи случайными не бывают. Татьяна Леонова, Сергей Овчинников и Александр Сенников. Телекомпания «Краснодар».